В Запорожье в память о герое АТО установили еще одну мемориальную табличку. Доска появилась на стенах 27-го училища. Когда-то там учился боец 55-й артбригады Виктор Катанов. На фронт он отправился 23 августа 2014 года, а уже через день воина сразил противник. Ему было всего 32 года. Боец 55-й отдельной артбригады Виктор Катанов погиб в зоне АТО 25 августа 2014-го. Это случилось в районе поселка Старобешево Донецкой области. Тогда противник обстрелял батарею, в которой находились запорожские бойцы. Военные вспоминают, это был первый выезд ребят в оккупированную территорию. Ночью подсветили место нашего нахождения. А утром как раз по нашему подразделению, которое нормально сыпало, скажем так, в сторону туда, от самого войска, прилетела нам ответка. И застала, как обычно, врасплох. Вот Витя, получается, попал именно в то место, почему-то так отводится судьбой, скажем так, куда именно прилетело. Вот первый обстрел. Сослуживцы воина говорят, он был надежным товарищем, верным другом и настоящим патриотом. Он очень хорошо вошел в армейскую семью, он очень доброжелательный был, очень работящий. Вот когда в армии выполняешь какую-то физическую работу, всегда смотришь, вот, да, кто с тобой рядом. Вот на Витю можно было во всем абсолютно положиться. То, что он пошел, то, что он не побоялся, то, что он принял бой. Вот за это мы его помним, за это мы ему благодарны. В память о герое в его родном училище установили мемориальную доску. На ее открытии собрались родственники, сослуживцы, педагоги и запорожцы. Мама Виктора, Мария Катанова, говорит, когда сыну пришла повестка, он ушел в армию, не раздумывая. Сказал, все будет хорошо, успокойте маму, все будет хорошо. Нашел друзей, нашел настоящих друзей, солдатов своих. Всегда рад был, всегда мне показывал фотографии, где снимал, говорил, вот это все. Очень он благодарен, и я благодарна был своим друзьям, солдатам, которые всегда с ним были. Рядовому Виктору Катанову дали посмертно звание младшего сержанта. Погоны вручили маме героя. После открытия мемориальной доски запорожцы возложили цветы. Также памятная табличка установлена и на 83-й школе, в которой учился Виктор Катанов.